Короче говоря, потерял телефон. А также ставь лайк, если любишь, короче говоря. Это был вторник. Я грустно сидел на лавочке и ковырял палкой песок. А все вот из-за чего. Так, сколько можно играть в свой Майнкрафт? Отдавай ноутбук и быстро на улицу. И я бы так просидел целый день, но тут ко мне подошел друг и сказал: «Эй, а почему ты не скачаешь себе Майнкрафт на телефон?» О, а это идея, подумал я, но потом достал телефон и понял, что единственное, что на нем пойдет, это калькулятор. И то не точно. Я опять расстроился, сел на лавочку и продолжил ковырять песок. Как вдруг мне позвонила Настя и сказала: «Привет, а ты видел, что Сергей себе 10 айфон купил?» «Нет». «Кстати, я себе тоже заказала. Так прикольно, там все-все игры идут». Я бросил трубку и расстроился еще больше. Не, нужно с этим что-то делать. Я зашел в Google и начал искать, как можно заработать. Но мой телефон завис, а потом вовсе выключился. Ну зашибись, это точно знак свыше. Не, так быстро я не сдамся. Я начал раздавать прохожим листовки, просить милостыню и мыть машины за деньги. И всего через каких-то 365 дней заработал на новенький iPhone. Ну все, теперь осталось только его купить и можно выпендриваться перед друзьями. Я начал ходить возле подъездов и искать объявления с продажей телефонов. О, то, что мне нужно. Я набрал номер и сказал: «Алло, вы еще продаете iPhone?» «Чего? Какой еще iPhone?» Я попробовал позвонить по другому номеру. «Здравствуйте, я насчет объявления». «Какое нафиг объявление?» Блин, видимо, искать объявления возле подъездов было так себе идеей. Я начал искать объявления в интернете и уже через 5 минут договорился встретиться с продавцом возле школы. Я подошел к школе и увидел какого-то странного парня. О, у него в руках мой айфончик. Я подбежал к нему, поздоровался и начал проверять телефон. Ведь я в айфонах хорошо разбирался. А где антенка? А он на две симки? А как тут батарею доставать? А на нем вообще есть Play Market? Продавец начал злиться и уже собирался уйти, но я его догнал, протянул деньги и быстро забрал свой айфончик. Я был настолько счастлив, как будто только что купил новенький айфон. Быстро его включил и начал играться с анимоджи. Ух, теперь буду самый крутой в классе и смогу склеить любую одноклассницу. Я радостный положил телефон на скамейку, повернулся к коробке и засунул ее в портфель. А потом быстро побежал домой, поднялся по ступенькам и только хотел зайти в дом, как вспомнил, что телефон оставил на улице. Быстро выбежал из подъезда, подбежал к лавочке, но телефона там уже не было. Я начал смотреть на соседних лавочках, но и там его не было. Я расстроился, набрал номер продавца и со слезами на глазах начал рассказывать, что потерял телефон. Но он начал меня успокаивать и сказал: «Эй, ты чего? Это же не проблема. Ты запросто сможешь его найти, ведь там есть приложение по поиску телефона. И всего лишь зная номер своей сим-карты, ты сможешь быстро его найти». Я-то еще раз так делал. И я уже обрадовался, как вдруг вспомнил, что еще не успел вставить в него свою симку. Короче говоря, потерял телефон. Хей, понравился ролик? Тогда быстро ставь лайк и подписывайся на канал. Ну а я побежал, пока-пока.